Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на канале у Амины. Сегодня расскажу вам рацион кормления своих баранов. Хорошего просмотра, удачного дня! Вот набрала сено для баранов. Обедом я им даю только сено и воду. Сено мы вот режем сенорезкой. Муж вот смастерил сенорезку вот такую вот. Сам сделал. Вот. И сено вот так режем. Сено лучше, конечно, порезать, чем целиком отдавать. Целиком отдаешь им, а они отходов от них много. Они выкидывают их на землю. Это лучше порезать дать. Вот так наша ручная сенорезка режет. Сено резки. Меньше отходов будет. Это нынче в этом году сено очень дорогая. Ну и режем. Вот так оно работает. Накидала им сено. Едят с удовольствие. Водой вот им даю в таком тазике. При каждом поении я стараюсь тазик хорошенько помыть, чтобы чистенько было. Хорошенько помыть, тазик будет чистый. И вода будет чистая. Сейчас зимой, конечно, они мало пьют. В тазике. На лето надо что-нибудь уже придумать другое. В этом же потребности воды будет больше. Вот. Сегодня 14 января 2022 год. Смотрите, у нас кризия. Как весна. Снега нет у нас. Даже вот травки зеленеют. Вот укропчик осени, когда сеяла их, даже есть. Сейчас я буду взвешивать корм баранам на вечер. Шесть с половиной килограмма в этом ведре и в этом ведре по 6,5 килограмма корма. Так как у меня в сарае сейчас 27 голов, у меня получается за день на одну голову килограмм корма идет. Кормлю их два раза в день, утром, вечером кормами. Получается утром по 500 грамм на одну голову и вечером по 500 грамм на одну голову. Итого в день по килограмму корма на одну голову. Когда мы вот купили баранов, изначально на одну голову я давала 100 грамм корма.
100 грамм получается утром, 100 грамм вечером. Итого в день по 200 грамм корма получается в день, да? И так постепенно я им добавляла корм. Так как мы уже их 3,5 месяца держим, на одну голову килограмм корма в день, я считаю, что это нормально, и поэтому больше им не буду добавлять корма. Так я оставлю килограмм в день на одну голову. Прежде чем насыпать корм, я сейчас вот эти кормушки почищу. Они вот внутри нагадили. Их надо обязательно почистить, чтобы чистенько было. Почистила кормушки. Чисто. Теперь можно и засыпать корм. Засыпала корм. С удовольствием теперь едят. Все корм съели. Сейчас я буду закидывать им семя. Сено вот я им закинула. На сегодняшний день кормление закончилось. Всем спасибо за просмотр. До свидания.